Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Да. Вот они, наши соведущие, будущее. Наше будущее. В прямом и переносном смысле. Те люди, кому мы доверяем или строим настоящие, да? Кому мы помогаем строить, кому мы для показываем кого путь. Мы строим нашу страну и вообще сферам в общем. Ну что, давайте знакомиться. Представляем всех. А почему я? А потому что я всех запомнила, да? Потому что дети для меня это мои друзья. Ты же сама сказала, ты молодая, я старый, я уже забыла. Ладно, я пошутила. Так, у нас тут сидит Алия, начнем мы с девочек. Алия, потом Алибек, а здесь у нас сидит Адилет, и у нас сегодня особенные гости. Тебя как зовут? Как тебя зовут? Аби. Ее зовут Абия, да, ее зовут Абия. Очень красивое имя и очень красивая девочка. В общем, что мы будем делать сегодня? Мы будем играть обязательно. Как видите, у нас на столе очень много игр. Да, у нас очень много игр, а также специальный гость, который приехал специально для вас, чтобы вас порадовать, чтобы с вами поиграть. У нас для вас такой маленький, хотя, в принципе, большой сюрприз. Он же не маленький, он довольно большой. Да. Ну, кому как? Ну, хотите поиграть во что-нибудь? Да. Вы знаете вот в эти игры? Да. Какую игру, какую игру из этих игр вы знаете? Я это и это. Как называется? Название? Ой, название не помню. Давайте вот выбирайте какую игру. Алия, давай ты выбери. Вот в эту игру? Так, это же игра джангл, насколько я помню. Ну, у нас называют ее башня. Да. Так, если поближе. Кто-то не знает суть игры, я попрошу нашего великолепного каната оператора показать крупным планом джангл. Смысл игры заключается в том, что нужно вытащить как можно больше деревяшек, но при этом сделать так, чтобы башня удержалась. Да? Да. Ты знаешь эту игру, Аби? Ты играл эту игру? Вот сейчас мы вместе все поиграем. Давайте все по очереди, да, начнем? Давайте начнем. Да, будем. Друзья, давайте будем играть и разговаривать. Вам вообще нравится? Я, наверное, первым начну, да, и с первым вопросом. Вам нравится праздник 1 июня? Вы любите ее праздновать? Да. Так. Так, одну я уже вытащил. Вообще-то должны поставить ее сюда. Башня должна становиться башней. Выше и выше, да. Чем она вам нравится? Чем вам праздник нравится? Тем, что это именно ваш день или да, что-то другое? Или может, наши подарки? Мальчики ответят. Алибек. Именно для нас праздник. Именно из-за того, что это ваш праздник. Вот что ты получил в прошлом году в подарок? Ну, Алия у нас справилась. Алибек, твоя очередь. Можешь разговаривать и да, отвечать. Кстати, ты не сказал, что ты получил в прошлом году на 1 июня. Хотя дети обычно получают подарки на 1 июня. Помимо шариков, мороженого и мелких таких сюрпризов. Да, помимо стандартных, положенных им подарков. Что ты получил в прошлом году? Или уже не помнишь? Не помню. Боже, было столько подарков, что я уже не помню, что я получил. Да, Алибек справился быстрее. Может, тогда теперь... А, я же, да? Да, ты давай по очереди. Ой, ну обязательно. Эту игру я люблю. Вот. Хоть бы я должна была что-то сказать, да. Ну, я, в общем, сказала что-то. Абия, давай, теперь твоя очередь. Попробуй. Сможешь взять? Возьми, не стесняйся, пойдем. Ну, ладно, она не хочет. Давай ты попробуй, давай по очереди. Не урони, аккуратно. Тот, кто уронит, будет исполнять желание. Какое желание? Ну, мы придумаем петь это во время. Любите петь? А можно... Да, вы будете читать стишки или петь. А ты ее поставь обратно назад, и можно другое, конечно. Вообще-то это не по правилам. Ну, ладно, сегодня детям можно все. Сегодня им можно все. Ну, смотри, как он аккуратно это все делает. Ой, какой молодец. Молодец. А, Юмит, а что ты получила в прошлом году себе на праздник? Мне в прошлом году было 18 лет, поэтому я не знаю, что я получила. Я получила совершеннолетие и взрослую жизнь. О, как я вижу, наши гости прибыли. Ой, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Хорошо. Здравствуйте. Я сюда к вам приехал не один. Еще и с детьми, да. Еще и с детьми. Это, конечно, не мои, но это наши. Наши дети. Давайте, дети, поздороваемся с нашими ведущими, с нашими друзьями. Скажите, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Иделина. Иделиночка. И Тимур. Добро пожаловать в нашу песочницу, так сказать. Да, да, вот, у нас вот, такая большая песочница получилась. Скажите, пожалуйста, куда же меня пристроить? Так. Да, а главное, так, для гостя места мы не оставили. Ну, ничего страшного. Давайте мы все подвинемся. Пойдем. Стоя.
Нет, пойдемте, мы подвинемся. Так, можно я так, поставлю? Один поближе. А что вы нам принесли сегодня, детям? Сегодня я пришел... Давайте сюда на стол, вот. Я пришел сюда с волшебным чемоданчиком. Нет, я могу вот сюда поставить вот так, чтобы никому она не мешала. Вот так. Ну что ж, друзья, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Меня зовут клоун Кузя. А как вас зовут? Его зовут Адилет. Нет, подождите, пусть они скажут. Пускай они забыли, ответили. Как их зовут. Ну давайте. Ребята, как вас зовут? Меня Илья. Нет, давайте все дружно хором, одновременно, четко и громко. Как вас зовут? Вы все громко говорите одновременно. Как вас зовут? Раз, два, три. Илья. Супер, молодец. Давайте похлопаем. А чего такие сидим унылые, скучно вам, да? Ведь все, скоро у вас праздник, дорогие друзья. Надо веселиться и радоваться. А мы только проснулись, но мы еще... Вот, мы сонные, да? Сонник. Можно тогда я присяду, да? Да, конечно. Так, я присел. Ну что, ребята, рассказывайте, как у вас дела? Как у вас дела? Хорошо? Настроение есть? Да. Мне кажется, настроение у всех стало больше из-за того, что к нам пришел наш дорогой долгожданный гость. Когда в студию заходит клоун, всегда становится ярче и веселее. Да, и настроение как-то само по себе поднимается не только у детей, но и у нас. Хотя, подождите, я же тоже ребенок сегодня. Да, это наш самый младший. Да, самый младший. Вообще, я извиняюсь, я вас перебью. Как говорится, да, каждый человек, он в душе ребенок. И почему, знаете? Потому что мы тоже когда-то были детьми. Да? Мы всегда остаемся для наших родителей детьми. Ну, сколько да, бы лет бы нам бы не было, все равно мы остаемся детьми. Хорошо. А вы нам покажете что-нибудь, какие-нибудь фокусы? Я, конечно, пришел огромным сюрпризом. Что, сразу с меня начнем? Давайте с вас. Хорошо, дорогие друзья. А вы скажите, пожалуйста, у меня вопрос вот такой. Вам нравится, когда вам врут? Все-таки. Ну, если это весело. Не нравится, правильно. Нельзя врать. Обманывать нехорошо. Ну, давайте договоримся. Сейчас я вас обману, а вы будете мне хлопать. Ну, конечно, без музыки, но все равно. Готовы? Просто похлопаем. Смотрим внимательно. Ахалай, махалай. Ну-ка, красавица, платочек отдавай. Опса! Представляете? Да вы сами у тебя платочек будет. А теперь этот платочек же должен же исчезнуть. Смотрите внимательно. Раз, два, три. Волшебные слова знаете? Да. Вы же в мультфильме смотрите, там волшебные слова говорят. Да. Давайте все повторим и подуем вот сюда. Ахалай, махалай, или как правильно? На счет три дуем. Раз, два, три. Так, готовы? Раз, два, три, четыре. А где платок? Оп, сейчас я вытащу с другой стороны. Ля-ли-ля-да-ли-да. Похлопали, друзья, надо хлопать. Вы умеете так? Так, смотрим еще раз. Ой, я что-то, наверное, спиной стал. Ага, у меня еще есть, так, другой платочек. Сейчас я вам покажу. Этот маленький платочек превратился в огромный платок. Смотрите, ребята, вы готовы? Так, еще раз. Абракадабра. Говорим все. Абракадабра. И все вместе подули. О! Ого! Супер! Нравится? Да. Если нравится, надо хлопать. Так, мне кто-то должен помочь. А давайте... Давайте, давайте, давайте я вас попрошу, чтобы вы мне помогли. Я люблю помогать. Да. Здравствуйте, я тоже раз. Буду помогать. Так, держите вот так крепко. Так, нам все видно? Давайте вот сюда я встану, да? Угу. Так, еще один платочек достанем. Хопс! Только другого цвета. Нет, не так надо держать, держать надо вот так. Все. Только, пожалуйста, крепко держим. Смотрим внимательно. Так, ахалай, махалай. Ничего нету? Смотрим внимательно. Готовы, ребята? Да. О, как он это сделал? Хлопайте. Вам нравится? Хорошо, продолжаем. Так, выбираем платочек. Достаем другой платочек. Я что-то сегодня много платочков привез сюда. Смотрим внимательно. Раз. Платочек обычный, пустой, белый платочек. Смотрим внимательно. И здесь ничего нету, да? Да. Смотрите, ребята, внимательно. Хоп. О! Откуда зонтик? Супер! И бумс! Вау! Это вам. Спасибо. Это тебе, дорогая. Держи пока. Так, готовы? Продолжаем. Ой. Раз, да. Два, три. О.
Кука зонтика. У меня всего лишь каких-то пара зонтиков всего лишь. Можно я тебе отдам? Держи пока, дорогая. Так, еще что же у меня есть? А, у меня есть еще волшебная веревочка. Сейчас я ее достану. Так. С волшебного чемодана. Мне кажется, дети уже немного проснулись, да? Так, о, вот она, оказывается, где. Так. Готовы? Да. Ребята, смотрим внимательно. Кто-нибудь хочет проверить, это настоящая веревка или нет? Давай, хочешь проверить? Хочешь проверить? Тимур, Эделинка, держи. Проверить. Да, давайте держи. Вот тут проверим. А давай вместе потянем. Алибек, настоящая веревка? Держи, держи, стой, держи там и тяни. Тяни. Тяни, сильнее. Давайте, помогайте. О, все, супер. Супер, спасибо, давайте сюда. Ребята, я не зря веревочку взял, а я хочу вас научить, как правильно завязывать узлы. А вы умеете завязывать? Мы узлы завязываем даже в ботинках. Да? Mm-hmm. Смотрите внимательно. Ахалай, махалай. Проходите на свое место, чтобы... А то ребятам не видно. Так. Один узел завязал. Так. Внимательно запомните. Второй узел завязал. Так. Пойдем, дорогой, ты теперь будешь мне помогать. Так. Держи здесь правой рукой. Крепко держи. Ты же мужчина, левой рукой держи прямо вот здесь. Держи вот, вот так, держи вот так. Вот так, держи. Крепко держи. Так. Держишь? Да. Давай еще один узел завяжем. Отпусти вот эту. Ой, ты что тут сделал? Завязал. Ты как завязал? Во-хо-хо. Давай теперь вдвоем дернем сильно. Тяни. Раз, сильно. Два, три. Ого! Спасибо большое. Супер. Да, спасибо большое. Давайте круто. Присаживайтесь, с вами немного поговорим. Вам понравилось, дети? Да. Что нужно сказать? Спасибо. Пожалуйста. Я еще покажу. Подойдите. Я да. еще немножко поговорим. Покажу. Да. Давайте мы с вами подбеседуем. Сразу же вопрос. Вот почему вы именно выбрали профессию клоуна? Такой вопрос уже, я просто в уме считаю, в который раз этот вопрос мне задают. Да. Я точно не могу сказать, почему, но мне нравится работать именно клоуном. Хотя я могу сказать, почему я выбрал. С самого детства был я очень такой хулиганистым мальчиком. Всегда любил шутить, всегда любил баловаться. Вы когда-нибудь в школе... Это можно говорить или не знаю. Ну, мне сегодня можно, можно. Можно сегодня. Вы кто-нибудь когда-нибудь в школе кнопочку друзьям подставляли? Учительница. Или ой, особенно учительница. Вот. Я так понимаю, вы это делали. Это я делал всегда. Мне это было казалось почему-то очень весело. И мы с друзьями иногда шутили, вот брали, набирали... пакетик в воду и с третьего этажа так как бомбочки кидали. Конечно, мы не кому-нибудь там на голову, да, а просто сами любили шутить. Кинул так, о, как интересно. Ну, если вдруг кому-нибудь повезет, то значит попадет. И вот так вот. Вот и в школе всегда говорили, да ты какой-то этот, ненормальный ученик. Ты, наверное, будешь работать с клоуном. Да. Ты что ведешь себя как клоун? Вот это все, мне кажется. Но я подозреваю, что вы всегда и везде были, наверное, душой компании еще и при этом. Ну, с одной стороны, и сейчас я душой компании. Не, в детстве. Ну, да, в детстве, да. В детстве, да. Бывает момент. Да. Доброе утро. У нас еще гости. Еще гости. Пойдем. Доброе утро. Пойдемте, присаживайтесь. Привет. Приходи, присаживайся. Сегодня у вас праздник, вам делать можно все. А давай мы вон туда сядем. Давай сюда, пойдем. Пойдем, дорогая. Так, ты сиди там. Так, ты что, не проснулся еще? Доброе утро. Доброе утро. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Аким. А меня тоже иногда зовут Кузей. А девочку как зовут? Так, давайте знакомиться. Тебя как зовут? Амина. Амина у нас здесь. Аким и Амина. Камила. А, Камила. Прости, пожалуйста. Камила. Я же волшебник. Смотрите внимательно. Хоп. Я себе стульчик достал. Вот, теперь я могу спокойно сидеть здесь. Сколько лет вы уже работаете в этой профессии? В этой сфере где-то около 17-18 лет. Ну, в общем, в принципе, я работаю предостаточно в цирке. Вот. Из них вот я где-то
точно могу сказать, 17-18 лет я работаю клоуном. Сегодня вот. У вас, наверное, очень много мероприятий. Сегодня вы особенно. Завтра. Вот сегодня мы поедем сейчас работать благотворительный концерт в детском доме. Потому что все-таки как-никак это детский праздник. Не каждый ребенок может или не каждый родитель может себе позволить приехать к нам в цирк. Так что, дорогие друзья, завтра вы можете к нам приехать. Гости в цирк. И посмотреть цирковую программу, посвященную ко дню защиты детей. Вход свободный. Да, конечно. Да, дорогие друзья, хочу еще раз сказать, вход свободный. Вот завтра, мне кажется, это нужно начать с цирка или обязательно в течение дня. Обязательно сходить. А во сколько она начнется? Вообще, честно говоря, я за счет этого не должен был говорить, но я вам скажу сразу. В 11 часов начало, 10 часов запускает зрителей. Именно, короче, в цирк. Вот. Ой, что-то я так говорю, короче. Как-то по-другому звучит, да? А самому... Не по-хлопски. Да. А кто там будет? Какие артисты? Вы... Честно говоря, заранее я все расскажу, но это не будет интересно. Пускай лучше завтра придут. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Ну, нам просто хочется взять, гимнасты будут, да, животные гимнасты, будут еще больше клоунов, да? Лучше. Кто? Ваши друзья, коллеги, клоуны не придут? Не, они почему? Будут работать, да. Ну вот, я же говорю, их будет еще больше, да? Да, еще больше будет. Приходите. Да, дорогие друзья, приходите в цирк, мне кажется, это отличное начало дня. После цирка уже можно дальше по мороженку, по сладкой вате. Да, с хорошим настроением пойти погулять, раскручивать родителей. Приходите, пожалуйста. Приходите обязательно. Ну, вам дети понравилось же? Да. Вы пойдете в цирк? Да. Завтра, вот сегодня домой приедете или когда выйдете вот за камеру, скажете, завтра уже мы начнем, наверное, с цирка. Да, обязательно. Я тоже пойду в цирк. Как самый младший ребенок. Тебе коллектива. Обязательно. Вот тебе надо нашего дорогого оператора дать, чтобы ты там не потерялась. Да, обязательно с охраной надо приходить. Такую красивую девушку надо всегда в цирке оставлять. Хотелось бы узнать насчет ваших номеров. Вы их сами придумываете? Ну, в принципе, честно говоря, некоторые репризы, некоторые клоунады, да, в принципе, бывает. Но в основном, понимаете, каждый клоун, он как все время в поисках. Как же сделать так, чтобы людям что-то новое давать? Бывает, да, сами придумываем, бывает, советуемся тех ребят, которые, тех коллег, которые действительно, да, уже работали, давным-давно работают клоунами. То есть это все переходит по коллегам. Я вот то, что я знаю, я передаю вот ему, он передает там своему другу или там знакомому или сыну, ну вот это все передается по наследству. Именно, ну берется, конечно, с жизни тоже берем, где-то что-то увидели, история, а вот так просто, например, беседа двух женщин, да? Или, например, беседа двух друзей, или мужчины, или женщины, или мальчика, или девочку. В основном, конечно, мы берем у детей. У детей. Они же такие интересные. У каждого свои мысли в голове. И не поймешь, кто как себя сейчас поведет. Вот. Бывает, тоже придумываем сами. Бывает, мы... То, что, короче, старое... опять я так говорю. То, что старое, это забытое. Это сейчас нынешнее новое, да? Вот. Бывает тут тоже. Есть классика, есть обычный вот современный варианты тоже работаем. Да. Так как у нас двое детей, двое новых друзей, да, у нас двое новых гостей, может, вы и для них что-нибудь покажете? Что-нибудь интересное? Ага. В завершение нашей беседы. Ты любишь фокусы? Да. 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 Ты веришь в волшебство? Да. Вот скажи мне, пожалуйста, какой ты мультфильм больше всего любишь из фантастики? Или там что-нибудь такое интересное? Какой тебе нравится? Где много волшебства? Скажи мне, пожалуйста. Вот, честно говоря, очень вот пока он думает, я скажу. Я всегда любил смотреть «Властелин колец» и «Гарри Поттера». А раньше, помните, такого не было в нашем детстве. Никогда таких мультиков не было, таких фильмов не было. Мы смотрели «Лампу Аладдина». Помните, да, «Лампа Аладдина»? Да, это такой есть фильм. Это очень старый фильм. Еще ее сейчас обновили, снимается. Вот, да, сейчас. Да, его обновили, они снимают. Но раньше было, да, вот именно
Лампа Аладдина была вау, такая шикарная. И от, когда с кувшина сейчас выходит джин, это супер. А сейчас вот, да, это же анимация вот именно зарубежно, да, вот Walt Disney, если показывает, то показывает уже абсолютно современный вариант. Я всегда ждал, вот когда говорю, вот там будет лампа Аладдина, надо посмотреть, вау, чудеса, это же волшебство, как появляется коза, когда она, эта женщина, удивляется, коза, ну вот, и как в тандыре, в печи появляются лепешки, о, это было супер, для меня казалось, это чудо. Хорошо или плохо? Хорошо. 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 Отлично. Надо говорить отлично. Давайте еще раз повторим. Да, давайте. Как у вас дела, друзья? Отлично. Вымитка тоже присоединилась. Да. Но она самый главный ребенок сегодня она. Да. А, у нас клоун Кузя, вам нужно бежать, да, на мероприятие специально для наших еще друзей, маленьких детей. Давайте от вас еще одно такое веселенькое, да, веселенькое представление. Я как наш... Дед Мороз, да, я пришел и ушел. Да. Скажи мне, пожалуйста, как тебя зовут? Потом, да? Там сейчас сначала поиграем. А, Камила, ты в садике... Сколько тебе лет вообще? Пять. Пять? Такая, пять. Такая взрослая. Ты взрослая девочка, я вижу. Скажи мне, пожалуйста, ты в садике тоже хулиганка, да? А что ты не сказала? Я вообще в садик не хожу. Почему? А хотела бы ходить? Мама не может записать. Ну ничего страшного. На следующий год пойдешь со мной в садик. Мы вместе будем ходить с тобой в садик. У меня в садике очень много друзей. И у тебя тоже будет друзей много, да? Все. Ребята, еще раз хотите фокусы? Да. Точно хотите? Да. Не спи, просыпайся, открой глаза большие. Да, нет, не спи. Ну что ж, дорогие друзья, хорошо, я покажу еще один фокус, и мы с вами попрощаемся, и с вами тоже. С тобой не прощаемся, ты будешь работать в цирке, как я. Я понимаю, что ты в школе не была хулиганкой, но я тебя тоже заберу. Так, смотрим обратно, еще один платочек красный. Так, о, давайте вот так сделаем. Так, мы ее раскроем. Здесь ничего нет, и здесь тоже ничего нет. И бамс. Готовы? Угу. Да? Раз, два, три. Волшебство. Появись. Ой-ой-ой. Не бойся. Откуда ты появился? Странно, странно. Так, хорошо. Давай. Опять. Ага. Сегодня... Я сегодня ваш помощник. Да, сегодня... Я сегодня держатель палки. Держалка. Ну что, дорогие друзья, смотрим вновь. Скажите, пожалуйста, какого цвета платочек у меня? Черный. А вот черный. Вспомните, мы сейчас разговаривали про лампу Аладдина, да? В черном, черный платок. Сейчас превратится. А хотите, что здесь появилось здесь? Скажите. Лампа Аладдина. Ромашки? Лампа Аладдина. Ромашки или яблочки? Ромашки? Смотрим внимательно. О! Смотри. Супер. Так, смотрим. Здесь ничего нету. Яблочки. Нет, здесь только могут появиться цветочки. Смотрите внимательно. Вау! Супер, да? Классно? Вам было жарко, а теперь прохладно. Ну что ж, дорогие друзья. Все, дорогие, нам нужно уже с вами прощаться, получается. Да, к сожалению, нам уже пора прощаться. Да. Почему так, к сожалению? Я к вам приеду еще в гости. Вы просто только зовите. Давайте вам от вас немного пожеланий для наших маленьких друзей. Вот в эту камеру. Для детей, честно говоря, я сам как будто сейчас ребенок. Дорогие друзья, дорогие мои маленькие и юные друзья, я вам хочу пожелать счастья, здоровья, всех благ, успехов, чтобы вы всегда были такими красивыми, нарядными. И самое главное, чтобы вы всегда улыбались, чтобы над вашей головой всегда было открытое, чистое, голубое небо, чтобы вы были самыми счастливыми детьми на планете. Что нужно сказать? Спасибо! Нет, да еще! Говори еще надо! Спасибо вам большое. Я еще раз хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях был клоун Кузя. Да. Спасибо. Спасибо вам большое. Ну а мы, дорогие друзья, вернемся к вам после небольшого сюжета или музыки. Это уже как наш режиссер выберет. Это уже, да, как захочет режиссер. Да.